Показывали вам игру Golden Axe. Теперь же ее логическое продолжение Golden Axe 2. Сюжет игры повторяется. Опять тот же самый демон украл тот же самый злосчастный золотой топор. Или золотую секиру, кому как нравится. Ну и собственно об игре. Главные герои игры те же, что и в первой части, так что не растеряйтесь и не будете судорожно тыкать джойстик в поисках лучшего. Единственное, могу посоветовать красавицу Амазонку. У нее все-таки 6 единиц магии и фигурка ничего. Игра создана в далеком 91-м году, и хотя 8 лет небольшая часть жизни человека, для мира приставок и компьютеров это колоссальный срок, можно сказать, целая эра. И потому не ждите от игры крутой графики и солидного саунда. Лично я играл в нее только от ностальгии. В игре вы пропутешествуете по деревне, по лесу, побываете внутри вулкана и многих других местах. Боссы же разнообразием не блещут. Например, Минотавр с палец или рыцарь без головы повторяется как минимум раза три. Как ни странно, в игре имеется и бонус. Заключается он в том, что вы дубасите магов, выбирая у тех книжки, которые повышают магическую энергию. Секреты. Лично мне известен секрет переключения уровней, но говорить вам его я не стану, так как даже на уровне Hard игру пройти, как говорится, проще пареной репы. Лучше я вам расскажу, как захапать практически бесконечную магию. Во время сражения с боссом любого уровня зажмите кнопку А и не отпускайте. Скоро вы должны будете перейти в экран бонуса. Здесь не надо бить магов, а стойте спокойно и не собирайте магические книги. Собственно, так вот вы и раздобудете бесконечное количество магии. На Сеге еще одна версия баскетбола. На этот раз это чемпионат от Electronic Arts 96 года. Наверное, всем и так понятно, что раз уж игра от Electronic Arts, то в ней есть досье на каждого игрока, все реальные команды Национальной баскетбольной ассоциации и все остальные примочки. После заставки игры вы сразу же попадаете в главное меню, где очень много опций. Например, Exhibition. Вы можете играть друг против друга, предварительно выбрав себе команды. Playoff. И так понятна игра до первого поражения. Season. Можно сыграть сезон полностью от 23 до 82 матчей со всеми командами лиги, а потом, если повезет, сразиться за кубок. В игре три уровня сложности — Rookie, Starter и All Stars. На Rookie соваться вообще не стоит, начинайте сразу со стартера, а в All Stars будете играть после того, как выиграете чемпионат в стартере. Кроме того, вы можете менять время периода — 3, 5, 8 или 12 минут. Приятные мелочи. В опции Set Rules можно изменить правила игры. Не могу посоветовать чего-то одного, поэкспериментируйте сами. В общем, баскетбол в данной вариации, конечно, неплохой, но все мы уже наигрались в баскетбол во всех его разновидностях. Единственное, что мне понравилось в этом баскетболе, так это то, что можно создавать команды.